Привет, друзья! Сегодня будем делать рассыпчатое печенье курабье. Для его приготовления нам потребуется мука, сливочное масло, сахарная пудра, щепотка соли, один белок, ванильный сахар или ванильная эссенция и любой густой джем. Теперь постепенно будем добавлять муку, каждый раз хорошо перемешивая. Тесто у нас получается вот такое мягкое. Сейчас часть этого теста я опущу под кондитерский мешок с насадкой звездочка. Перекладываем. Оставшаяся часть я отправлю в холодильник, чтобы масло не таяло. Вот такие небольшие цветочки получились. Теперь сделаем углубление. Берем немного воды, окунаем палец и делаем небольшие углубления. И теперь в другой пакетик с другой насадкой, с маленькой, мы выкладываем любой джем, который вам хочется иметь на печенье. Теперь заполняем наши печеньки в середине. Вот такие цветочки у нас получились. Теперь мы их опустим в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. Будем выпекать 10-12 минут.